Итак, всем привет, это видео вы ждали. Я знаю такое, что на ноутбуках баг с мерцанием экрана. Да, я это подтверждаю, такое присутствует. Я в этом ролике вам покажу, как этого избежать. С самого начала избежать. Вот у нас ноутбук. Будем ставить на него чистую Windows 11. 22071. Образ на английском языке. Данный образ я выложу на файлообменник, и ссылка будет в нашем телеграм-канале. Образ собран также из источника Microsoft, из UUP файлов, компилятором. Вот, поехали смотреть видео. Вот моя флешка. На ней уже записан образ. Образ записан через Ultra ISO. Этот образ работает как в Legacy режиме, так и в UEFI режиме. Пишется через Ultra ISO. Такая программа. Поехали, мы вставляем флешку, мы включаем ноутбук. Идем сразу в BIOS. Сразу идем в BIOS, идем в Security, TPM, девайс. Да, здесь есть TPM 2.0. Компьютеру 5 лет, процессор не совместим, но компьютер в целом совместим, так как здесь есть TPM 2.0. TPM девайс Available, нажимаем. TPM State Enable. Все, далее мы идем в Boot Options, Secure Boot Enable, UEFI режим. Все. F10 сохранить. И ждем запуск с флешки. Вот пошел запуск с флешки. Ожидаем. Вот у нас английский язык, все везде английское. Нажимаем далее, Install. Неподдерживаемые компьютеры делаем по предыдущим видеороликам, но используем образ 22000.71. Ожидаем. Вот, ребятки, поставили мы Windows 11 на этот ноутбук. Здесь присутствует TPM 2.0. Прошу заметить, что нет никаких морганий, багов, зависаний. А все потому, что система на английском языке. Если перевести ее на русский, начнутся моргания, баги и зависания. Касается ноутбуков, всех ноутбуков, не только тех, у кого есть TPM 2.0. Только английский язык, но вы можете добавить, вот как я сделал, русскую раскладку. Система у вас на английском, но с русской раскладкой. Так как у меня в ноутбуке 5-летней давности присутствует TPM 2.0, мне доступно как на Windows 10, так и на Windows 11, без правок в реестре, все три круга программы Windows Insider. Я включаю Developer спокойно, нажимаю продолжить, перезагружаюсь, все. Чтобы получить официально Windows 11, нужно иметь чип TPM второй версии. Не обязательно даже иметь совместимый процессор. У меня процессор не совместимый. Мне Microsoft пишет: ваш компьютер не соответствует минимальным системным требованиям, рекомендуемым для Windows 11, и могут быть баги, которые влияют на производительность. Как видите, багов нет. Это просто шутка. Как неподдерживаемые компьютеры, так и поддерживаемые получат финальную версию Windows 11. Вот такой вот ролик, пользуйтесь. Я образ оставлю в телеграм-канале, залью на файлообменник.
Ну а кто смотрел данный ролик и кому он понравился, ставим лайки, подписываемся на канал. Ставим обязательно колокольчик для того, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Как по Windows 11, так и по Hackintosh. Всем спасибо, всем пока-пока. С вами был Андрей, до новых встреч.